игры, которые стремительно ворвались в наш быт и серьезно потеснили привычные виды досуга молодежи. Во Дворце культуры моряков уже около года проходят увлекательные соревнования на 8 и 16 битных приставках. Вот и сегодня в зале собралось около 300 мальчишек. Проходят финальные командные игры. А организовала и проводит турнир фирма «Астробалт». Во-первых, это соревнование, желание победить соперника. Во-первых, во-вторых, немногие ребята имеют возможность иметь такие приставочки дома. Вот, не все имеют возможность иметь в личном пользовании такие игры, и им здесь просто интересно. Интересно? Это слишком мягко сказано. Для меня компьютерные игры – это как бы второй мир, что ли. Это моя вторая жизнь, я живу героями этих игр. Можно долго спорить о том, полезен или вреден этот вид досуга. Одно бесспорно. Ребята знакомятся, дружат и соревнуются. И проводят свое время не в подворотнях и подвалах, а здесь, в мире новой реальности. Сюда может прийти каждый.